В администрации Серпухова провели очередное совещание с подрядчиками. О взаимодействии с исполнителями работ рассказали представители сфер образования, культуры и ЖКХ. На данный момент продолжается благоустройство дворов, монтаж новых опор освещения и асфальтирование. В работе 19 дорог. Фрезеруют Свердлова, улицу Героев Отечества и Юбилейную. На Калужской в ближайшее время закончит установку бортового камня. Однако теперь требования к ремонту дорожного покрытия будут еще строже. Всех, кто работает на дорогах, предупредить, что на этой неделе Министерство транспорта приглашало наших специалистов и несколько ужесточились требования по приемке качества работ. Наш сотрудник после совещания до вас эти требования доведет, чтобы они не были новостью, поэтому прошу учесть в своей работе. Приобретают новый вид общественные пространства. В сквере ветеранов уже установили бордюрный камень. Продолжаются работы и на других объектах. В самом разгаре ремонты в общеобразовательных учреждениях. Здесь все идет по графику. В школах, садах и детских центрах обновляют фасад, асфальтируют территорию, приводят в порядок внутренние помещения. Большая реконструкция предстоит в коррекционной школе. По кровле и по фасаду заключены договоры, работы начаты. По установке АПС и ремонту внутренних помещений документы направлены сейчас на размещение непосредственно. И мы планируем, как бы, если не будет никаких моментов, то дата заключения контракта 25 июля и 1 августа. Ну и, соответственно, далее будут указаны сроки. На сегодняшний момент все сметы, которые были составлены по данному объекту, вышли из Мособлэкспертизы. Мы полностью получили по ним заключение, поэтому работаем. Работу с подрядчиками продолжат, отговорок и обещаний слушать не будут. За несоблюдение сроков и качества исполнителям грозят штрафные санкции.